Так, ну вот, 13 апреля, вот, продолжается у нас разборка. Да, разборка убитого здания нашей доблестной службой спасения или похоронной командой, как ее назвать правильно, которая на Советского 73 называется администрацией. Вот, загородка, вот тут, пожалуйста, в доски, кто-нибудь пойдет, не увидит, на гвозди. Кто отвечает будет? Да никто, нефиг шарахаться где не надо, да? Тут площадка детская, да? Вон она вся. Вон, видали? Ну, металл хороший, конечно. Кто-то подлатался, да? А мы, говорит, разбираем, а нам за это отдают все, что хочешь делать с домом. Ну, ограждение, конечно, никто не пройдет сквозь него, но хотя бы хоть видно, хоть что-то выполняется, да? Можно еще пройти вот туда. Если какая-нибудь быдлятина сейчас выскочит, будет кидаться, как это уже было как-то, придется, наверное, попробовать применить некоторые блокирующие захваты. Вот оно все. Тут ограждение отсутствует. Там дальше ограждение отсутствует. Точка присутствует. Ну все, что, нормально. Бригада крикунов, вот этих вот самых роботов с планеты Шелезяка. Фильм «Крикуны» видели, да? Ну вот она, бригада крикунов. Продолжает. Ну вот Николаевск, все. Знаки покосившиеся. Дома, которые балансовую свою уже стоимость давно уже все в ноль превратились. Скоро до нулевых циклов дойдет это развитие. Я не знаю, как уже тут назвать его. Это развитие. Они даже металл нормально снять не могут. Вообще, у меня были тоже знакомые, тоже там кромсали, как ни попадя. Фундамент ленточный. Ну да, такое тоже. Вот она. Да он тут цельный, да? Ну хоть дети сейчас с ней играют, хоть не зашибет никого. Ну не знаю, как оно будет дальше все это. Скорее всего, эта куча тут надолго будет. Но мы займемся и будем шевелить всяких разных, как там их называют в мире. В мире как их называют? Среди таких же бакланы, по-моему, да. Но я не говорил этого. Никого тут, слава богу, не обзываю. Просто констатирую. Ну вот, смотрите, вот все. Собственно, зачем нам музыкальная школа? Нам нужны детские сады, вон тюрьмы, вон тюрьмы кусочек. Вон дома, которые уже все закончили практически свои существования. И вечное, вечное, вечное настраивание всех бюджетов на свой карман. Вот так вот и живут. Николаевск на Амуре. Даже стрёмно называть это заметками депутата. Что за депутат, который сделать ничего не может? А что, если сидит больше десятка других депутатов, которые все устраивают, и которые любой плюс, любой там, любые на самом деле вещи, которые для людей, они тут же называют популизмом, и рассматривать это все отказываются. Ну как их назвать? Ну назовите, придумайте им какое-нибудь слово. Если согласны с тем, что я говорю, поставьте лайк. Я увижу.